Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Пенумбру Некролог. И да, прошлая серия получилась короткая, там 20 минут, что ли. Мысли. Ворота мрачной царства руковорного кошмара. Так... Значит, их было несколько. Знал ли об этом рыжий? Сколько вопросов, но ни одного ответа. Так, еще раз смотрим. Ага. Ну это настоящий лабиринт. А, тут фонарик может быть даже бесконечный. Так, я хочу еще раз на карту посмотреть. Интересно, кто успел использовать это в целях своей безопасности? А, никого здесь. А я-то уже надеялся. Хоть одного разумного человека встречу. Ну чё, бензопилу не хочешь взять? Это он берет. Бензопилу взял бы. Будем пилить. А там тоже ничего особо интересного нету. Понимаю, возможно, мне туда стать. Нет, здесь сектор Б. Что-то не хватает. Да! Карты не хватает. А ты, блядь, откуда? Короче, я сектор Б. Попав на станцию, я думал, что больше никогда не увижу этих стен. И не чувствовал этого мертвецкого холода и слышу этой гробовой тишины. Ну вот, я снова оказался среди безлих каменных сводов и жалких остатков цивилизации. И я вспомнил рыжего, вероятно, и здесь ступала его нога. В тот момент его... И в тот момент мне хотелось получить совет от моего друга. Я начал задумываться о том, что же он имел в виду, когда связывался со мной. Однако мысль о том, что рыжий мертв, мешала поверить в реальность его слов. Thank you.
куча старых динамитных шашек. К сожалению, на по прямому назначению их уже не использовать. Надо проверить эту коробку. Может, в ней еще осталась нетронутая шашка. Да? Более знакомый шум. Обозначено прямо вот здесь. Вот напорный. Здесь два входа в сектор Б. Здесь мы не были. А остальное мы все пробежали, кроме водонапорной башни. Ой, что-то, эй, вы чё там? Чё так много? Журнал. Железные шахты. Начало фазы. 40. Год 1999 от Рождества Христова. Заполнен начальником разведки. Документ ограниченного доступа. Год 9009. Введение. Наша группа была направлена в этот район по личному распоряжению главного наблюдателя и Уилбора Фриска с целью поиска дополнительных проходов к первоисточному месту раскопок. Объект А. Такого рода поручение было вызвано серьезными. Впервые за 19 с лишним лет. Затруднения на данном объекте, поставшимися под угрозами дальнейшего проведения раскопок. Фаза 40. Сразу же после прибытия группа столкнулась с местными враждебной фауной, фиксируя применение табельного оружия. Есть пострадавшие, двое сотрудников с многочисленными равными ранами, срочно в порядке отправлены в базу. В соответствии с протоколом был составлен отчет о происшествии. Что касается самого противника, то зрелище не из приятных. Но лично мне по-другому, по долгу службы и не с таким приходилось сталкиваться. Я также поручил доставить одну поверженную особь в биологическую лабораторию. И... сомневаюсь, что древние заинтересуются данным экземпляром. Фаза 42. Похоже, нам удалось усмирить местных обитателей. Но как минимум, одна особь все еще находится в опасной близости от группы. К счастью, мне удалось найти приемлемое место для... нашего дальнейшего пребывания в шахтах. Старый узел связи был переоборудован под нужды группы. Приступаем к своим прямым обязанностям. Фаза 46. Разведывательные мероприятия. Да что происходит? Не могу нормальное слово прочитать. Отлично. Увенчались успехом. Все благодаря переводным технологиям древним. Недалеко от этого сектора была обнаружена транспортная система шахты 12. Сопоставив геологические карты с первичного места раскопок и наши недавно составленные, могу с уверенностью сказать, что дополнительный поиск к объекту А найден. Я отметил наиболее удачные по моему мнению, место для взрыва на карте. Стены здесь прочные, несмотря на выслугу лет. Так что без хороших взрывчатки не обойтись. Вынужден констатировать печальный факт, известный. А местные шахтерский динамит уже ни на что не способен. Мои сотрудники вскрыли несколько. Увесистых коробок и не нашли ничего стоящего. Что ж, по крайней мере, мы все еще можем рассчитывать на помощь со станции,
Соответствующий рапорт уже составлен. База 52. К сожалению или к счастью, наша деятельность еще больше не требуется. Группа отозвана на станцию. Нашим братьям удалось продвинуться дальше. Раскопки на объекте А вновь переведены в активную фазу. Сегодня мы покидаем эти неприветливые и мрачные своды шахт и возвращаемся домой на станцию. Можете считать эту запись последней. Эдвард Н. Группа разведки. Ой, блин, зачитался, что прям устал читать. Извиняюсь. Так, он что-то записал, посмотрим. Найдены многие записи не сулят ничего хорошего, но может быть мне все еще удастся найти годную взрывчатку и покинуть это место, наполненным тяжелым воспоминанием места. Да более знакомый шум. Хорошо. Ты серьезно будешь основывать свои действия на записях черт знает кого? Ни ты, ни я не знаем, что нас там ожидает. Я бы посоветовал тебе собрать в голове остатки своего обезьяньего мозга и подумать о том, что не стоит совершать глупостей. Не знаю, может поможет? Так, ну отсюда я пришел, хорошо. Вообще-то отсюда. Оттуда я тоже могу прийти. Тяжелая, увесистая. Может, мне еще и осталось нетронутая сырость и временем взрывчатка. Может быть, ну а как ее открыть? Как ее реально-то открыть, алло? Алёша? Живот. Я буду надеяться, что взрывчатку можно здесь достать.
Уж давайте. Блин, молоточка. Это видите, как уже больше не оружие, как было в первую очередь. Да, я тоже рад тебя видеть. Прям соскучился. Убежал просто на изи от собаки. Ну, благо дело, двери они открывать не могут. Хотя, возможно, эти собаки все галлюцинация. Давайте сейчас не будет такой фигни, как было, например, Lost Via Domus. Ну, остаться в живых игрушка. На канале, помню, когда-то проходил, там такая была фигня, что мы взяли динамит, а бежать с ним нельзя было, потому что он от давления взрывался. Могу поклясться, раньше здесь был проход. Я могу поклясться, здесь был проход, алло. Что-то более в... И он опять играет с моим разумом, да? Кевин? Сейчас неожиданно проход появится, да? Да, нет. Не, было бы весело, если бы еще этого входа бы не было. Смотрите-ка, а собаки-то нету! Кевин! Не, возможно, она там, где... Там, где... Любишь ли ты опять Кевин? Что я больше полагаюсь на то, что это Кевин издевается надо мной. Ну а чё? Годы я был рад погостить в твоем теле. Было очень забавно измываться над тобой и просматривать сотни твоих мыслей. Среди них даже была парочка умных. Каждому из нас отведена своя роль. Моя роль подошла к концу, и мне пора удалиться. Скоро ты все поймешь. Пока, мартышка. Мысли, роль. Я чуть не понял. Ты реально отстанешь от меня?
расколовится. Где я? Кажется, я начинаю вспоминать. Кевин. Он не мог просто взять и испариться. Что же ты задумал на этот раз? Да я тоже уверен, что он не мог просто так испариться. Ну хорошо. Одной развилкой меньше. Прям люблю такие моменты. Тишина. Похоже, внутри воды нет. Уже очень давно. Даже находясь в относительной безопасности, я чувствую, как обжигающие языки пламени дотрагиваются до моего тела. Подожди-ка. Ничего интересного для меня нет. Понимаю. Единственная дверь, которая открывается, давайте тогда в нее и войдем. Вообще неудобно сделали, конечно. Я лучше бы сам, знаете, в реальной жизни тогда повозился. Я лучше не пойду на свет. Это вообще желания нет. Ой, здравствуй. Хорошо, что она закрыта. Музыка прямо играет. Здесь явно кто-то есть. Вы видели кровь? Я не понял. Так страшно. Да не иди ты сюда, блять, уйди. Что мне делать? Yeah.
А теперь куда бежать? Сейчас включили. Опять прыгать. Как я и предполагал. Ребят, видите это место, да? Угу. Я думаю, вы понимаете, что случилось. Игрушка решила вылететь. Что за прикол? Давай только сейчас. А вот. Исчезновение Кевина не давало мне покоя. Это было совсем на него не похоже. Такое ощущение, что все это время он меня к чему-то готовил. Но к чему? Я был окончательно сбит с толку. А мне тоже вопрос, но не мог просто так уйти. Только не говори, что сейчас будет битва с боссом. Даже во мне здесь не было битвы с боссом. Ё-моё, просто дух захватывает. Ага. Реально. Неужели он меня к этому готовил? Я вообще случайно прыгнул. Я тебе ничего не должен. Все стало на свои места. Все вопросы исчезли, будто их и не было. Я уже давно должен был оказаться в этом месте. Пришло время платить по счетам. Да, это, походу, последняя локация. Так, секунду, ребята, я не посмотрел, сколько я записываю. Сейчас посмотрю, если может стоит, не стоит продолжать дальше. Сейчас через секунду вернусь, скажу. Так, да, есть еще минут 15, давайте. Мы были, кстати, в похожей локации в Реквием. Книга Говарда. Оно какое... Фонарик, фонарик, фонарик. Какие-то древние символы. Но эту дверку мы уже видели. Ну, ребят, получается, у нас где-то будет еще одна серия, и все. Я, может, даже в этой серии мы закончим. Это случайно не та локация? Че, даже туда идти не хочется. Да, реально похоже. Замечательно, целый бассейн.
едкой кислоты. Может, это... А, это окно такое. Не знаю, что я делаю. А могу ли я разрушить вот это? Ну, проходить я могу через это. Вот так не хочется. Уйдите с экрана! Так, я понял свою ошибку. Давайте-ка я вернусь в главное меню и загружусь пораньше. Загрузка. 3.31. Вот, автосейв, граница 28. Придется, наверное, немножко походить, наверное, да? Да. Но в данной локации мы были, я ее помню. Она немного изменена. А так она одна. Ну, такая же. Откроется лишь в день восхода трех солнц. Но это может означать что угодно. Может, имелось в виду других солнц. Разве я не сюда ходил? А, вот эта локация. И я здесь уже бывал. Смотрите-ка, здесь все активировано. Да. Вспоминайте Реквием. Третий эпизод. Все, что надо, здесь я уже как бы активировал. Сферу, получается, здесь я забрал. Ну да, это та самая локация, ребята. Я знал, что мы были здесь.
А, вот, наверное, место. Ну да. Теперь что делаю? Ставим это сюда. Конечно, не особо я врубаюсь. Я не знаю, может, на этих камнях надо будет попрыгать? Уже придется туда идти. Так не хочется. Спокойно, это всего лишь статуя. Статуя гигантского паука. Блин. Две части одного целого воссоединились. Все стало на свои места. Мне кажется, это не просто статуя. Тряпкой также. Ага, молния. Там палка, с какой она стороны больше всего. А, и без разницы, в какую сторону. Он сам крутится, прикиньте, я не могу управлять этим. Теперь можно убрать?
Вот в смысле, а как мне забрать этот артефакт? Так, походу, везде надо это делать. Все непокорные души попадают в одно место. Там, где свет, есть тьма. Там тьма, есть свет. Там, где единственный выход, это движение внутрь. Будет что-то придумать с этим завалом, походу. Отец, я иду за ним, но он всегда на шаг впереди. Я так хочу увидеть его лицо. Ну, я думаю, увидишь. Я один, но мое число беспредельное. Я обитаю в нескольких мирах. Таких существ я не особо видел. Лишь пески раскроют тайну. Пески? Пески времени, что ли? Какая беспаленная лестница, заметьте. Ребята! Ребята! Вот у меня сейчас жесткое дежавю случилось. Жесткое. Я вспомнил принца Персию. Тот еще, который в 2D был. Реально. Может, просто пасхалка на него. Я не знаю, но реально похоже. Три треугольника, понял. Может, поэтому там было сказано про пески? Небольшая ошибочка. Реально чем-то напоминает принц Персии.
Я понимаю, что надо, наверное, поэтому ориентироваться, но что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Так. Песок. И что мне делать с этим песком? Мне даже некуда его насыпать. Может, надо пробежать все. Еще один песок. Как мне подобрать песок? Несколько мер. Не знаю, это глупо, но... Мысли о чём? Как мне взять этот песок? Ладно, ребят, давайте пока закончим, короче, продолжим мы уже в следующей серии. Будем париться с этим в следующей серии. Я тут еще, конечно, побегаю, посмотрю. Но пока... Опять застряли. Ну, как обычно, ничего новенького.
Так что спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.